того спектакля, который разыгрывается в связи с организованными 2 года назад террористическими взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-1». Несколько дней назад в европейской, в том числе в германской печати появились сообщения о том, как этот теракт был организован. 5 человек сидели, выпивали, шутили и решили, а почему бы нам не взорвать северные потоки? У них были навыки дайверов, они якобы наняли лодочку, 6 человек, поплыли на этой лодочке к месту, где проходили северные потоки, спустились, поставили взрывчатку и взорвали. Если кто-то может поверить в эту версию, то лишь те, кто боится правды и всячески хочет выгородить